мы сегодня будем смотреть чемпионат мира по футболу параллельно с Twitch. То есть мы не просто изучаем технологический процесс, но и мы создаем атмосферу салона, вот этого вот бабушкиного салона. Стрижем и такие: давай! И тут обратно, раз сюда, потом давай, потом раз, ухо на пол упало. Ну что, друзья, всем привет! Это четвертая неделя курса Handcraft Master. Это 22-й день нашей прокачки мужских парикмахеров. На этой неделе вы увидите очень много интересного. Эта неделя будет прям сильно практикующей. У нас будет и колористика, и стилистика, и мужские стрижки. Ну а сегодняшний день, понедельник, начался с классного сюрприза. Приходим сегодня, а нас ждет вот такой вот сюрприз. Наталин супруг Валерий передал нам икру с приветом с Магадана, икру, вот такую рыбу корюшка и прям целый мешок вот такой. Реально от души огромное спасибо, я очень люблю рыбу, тем более сейчас у нас в Сочи идет чемпионат мира по футболу, обязательно будем болеть, будем вспоминать Магадан. Спасибо большое и тоже привет. Поехали смотреть, что делают сегодня наши ребята. Прежде чем задавать вопрос, я сам первый раз говорил, подумайте сначала. То есть, если вы не знаете, реально не знаете ответа, задавайте. Давайте думать. У нас очень часто происходит следующее. То есть, мы с вами берем, то есть, логически, сделав окантовочную линию, мы такие думаем, а как дальше сделать здесь градуировку? Потом, когда мы видим, что, о, у него теперь не диагональ, а вот такая вот кромка, то, что у вас это получалось, вы берете, и получается, что клиент будет ходить и говорить, слушай, у меня вот здесь волосы разворачиваются вот так, тут они у меня лежат вот так, либо наоборот. А мы будем говорить, ну это все потому, что ты отчесываешь сюда, у тебя вся масса скапливается здесь, поэтому они у тебя все здесь вот так себя ведут. Вот. Начни расчесываться в другую сторону, они у тебя с этой стороны будут лежать хорошо, а там будут лежать плохо. Но на самом деле, то есть мы простригаем полностью вот эти сегменты для чего? Сейчас стригут не только уши. И они пусть кена играют, а мы... А давайте прямо так сделаем. Пусть он там играет и играет, да, мы будем стричь. Пока когда гол забьют, мы тут поорем чуть-чуть. Да. И все, и мы на работу. Юра. Тонируем клиента Color Touch Vela Professional, затемнение минированных волос, чтобы в следующий раз сделать окрашивание новое, проработать новую технику нам. Шикарнейшая фирма Vela. Спасибо фирме Vela, что дает нам такие красители. У нее запаха практически нет, да? Нет, самое прикольное, что этот блокирующий порошок не жжет руки так сильно. И не пылит. И не пылит, да. Вот это вот. Смешиваешь или нет? Ремелирование очень удобно. Что у всех руки вот ремелирование делали, у всех руки как бы так и остались. Да, без перчатки. Потому что, как бы другой фирме я пробовал, руки потом были как будто это, белые пятнышки. Более пощадящие, либо... Опа! Мы чесали, сделали вот так, сразу натяжка у нас, натяжка в эту сторону, и тогда мы сразу красим. И нам не надо, в принципе, еще расчесывать. Прокрашивать достаточно с одной стороны, не надо, я красила вот так. Смотрите, конечно, можно с двух сторон красить, но если вы красите, вот вы взяли прядь, вы ее прокрасили здесь, а когда вы ее поймаете, за счет того, что здесь уже краситель, он начинает уже здесь мяться. Это мой совет. Это не то, что так требовательно. Многие красят с двух сторон, вот здесь и здесь. Я уже поняла, что мне удобнее именно с одной стороны. Нет, погоди, Аслан. Когда промазал, ты на руке прочесываешь, на голове не прочесываешь. Ты так это волосы, это, оно же здесь слить. Он прямо на руке берешь, так раз отчесал вот этот, прямо на рыбу намазал. Откуда так грубо? Жена колорист бывшая. А вот со стороны смотрит, поэтому вот он советовать умеет, а вот уже когда сам руки берет, да, совсем по-другому все получается, да? Это вот как раз то, что я говорила про теоретиков и практиков, теоретиков. Нет, я нормально. Он как директор ходит, а вот тут не подмазали. Где? Не знаю где. Это как говорил человек, двоечница, говорит, на Карину, еще подсказывает. Слушай, половина. Подсказывать всегда легче, кто, чем делать. Я слышу, вернее, учил, кто меня там. Юра же сказал вчера, двоечница, говорит, и сама учит. Как у
Вот я и говорю сейчас, может, как раз на ребятах очень хорошо. Кого красить собрались? Саня. Вас. Саню? Какого Саня? Саня, выходи. Саня не готов. По какой причине мы хотим показать, как можно затонировать седину. У нас будет сейчас монтирование седины. Если будет больно, кричи. Как самочувствие? Здесь красителя можно брать побольше, да, и туда его размазывать. Вот возле височков, смотрите, мы тут делаем всегда по росту. Я вообще женщину просил, почему я не знакомый мужчина? Надо делать очень быстро, чтобы было все равномерно прокрашено. Молодой человек, кофе можно мне? Чувствуете себя мужчиной? Переживаю. Вот именно в этот момент. Чувствуете себя мужчиной сейчас, особенно в этот момент. Мойка вообще. Там мойки, по-моему, жить можно и спать. Шикарнейшая мойка. Обалдеть. Ухи-ухи. Ухи-ухи-ухи, опускай. Еще есть, ребят, мойки, мало того, что вот это все навороты, еще есть и массаж. Волос темный, очень большой контраст между своим волосом и сединой. Седина жесткая. Она окрашивается очень плохо, даже если бы мы просто красили. Поэтому максимально лучше держать. Мужчина, у вас денег хватит? Жень, а если волос длинный? Красиво, да? Пока. Сашка, мы все тут богатые у нас. И молодой. Вообще, даже моложе, чем я теперь. Саша. Ты такой хороший. Ну вот, смотрите, насколько все натурально. Седина полностью не закрасилась. Она есть, но при этом она прям вот такая приматированная. За счет этого получается очень натуральный цвет. Видите, она все равно, она бликуется, да, поэтому все натурально. Но при этом они... Более чистые все стали, да, равномерные. И волосы мягкие. Выровнялись, да. И они такие прям, такие натурально хорошие, здоровые стали. Блеск такой вот именно естественный. Можем закрасить 100% седину. Если бы мы сейчас взяли тот же самый 5 дробь и 5,81, взяли бы 6% оксидант. Сколько? Мы бы закрасили бы все, конечно. Мы бы тогда уже делали... Потом, когда смывается, он осветляется. Может, что нам не надо? А тогда на контрасте. При вымывании потом, когда будут он мыть голову, будет мыть голову на солнышке попадать, краситель сверху будет вымываться и пойдет фон осветления, и пойдет такая легкая рыжина, и будет видно, что это уже искусственно. А вы можете встать, подойти посмотреть. Клиент доволен? А клиент, меня 4, да, вам вставили? Что скажете? Можно. Все отлично, все было супер. Жень, 1-4. А знаете, как изменился? Ну, помолодел, да? Да. Сейчас будет еще одно матирование, но здесь даже не матирование седины, а просто легкое тонирование, убрать солнечные блики, которые выгорели на солнце, такие ржеватые. Мы хотим сделать холодный цвет. Поэтому вот, когда будет у вас клиент в кресле сидеть, и вы ему скажете, давайте мы вас покрасим. Он на вас посмотрит и скажет, вы чё? А когда вы ему скажете, давайте чуть-чуть облагородим вашу седину и ее приматируем. Мужчина загорятся глаза, он облагородиться всегда хочет. Поэтому ему очень понравится это предложение. Что скажешь? Время выдержки. Сколько надо? 10 минут. Решили ему породку тоже затонировать. Ага. Он совсем красавчиком стал. Мега красавчик. А вот Антону мы сейчас делаем AirTouch. Это одна из 4 видов техник. Не успел затонировать. Тоже делаем светлые пряди. Знаете, те, кто вот, ходили все время с милированием, и потом, как некоторые девочки говорят, ой, у меня нет клиентов, которые вот AirTouch хотят. Я говорю, подожди, а ты что ждешь, когда клиент придет и сам тебе скажет, сделайте мне AirTouch такого, ну... Нет, есть сейчас, конечно, продвинутые клиенты, которые постоянно сидят в интернете, им нравятся всякие там названия, вот он там приходит, говорит, там показывает, нет, приходит, говорит,
мне балаяж сделайте. Я говорю, а что конкретно вы хотите? Балаяж. Я говорю, понимаете, балаяж — это техника. Сначала тонировали, а потом взяли и сделали арт-тач. Там куча дел, ничего, подождет ваша участие, да? Переворачивай, ничего страшного. Это фен от компании Figaro. Это будет подарок для наших ребят, для кого-то из... Да. Очень прикольный фен. Потом откроем, покажем поближе. Мы, короче, в общем, делаем что-то вроде балаяжа. Не знаю, что получится. Как это что-то вроде? Мы прям балаяж. Мы делаем балаяж, но видно будет, что получится из этого. Короче, Арслан. Что такое балаяж? Балаяж — это растяжка цвета. Растяжка цвета, говорит, подсказывает нам Антон. Ага. В общем, должно получиться что-то чудное. Волшебное. Волшебное. Получится. Получится. У всех получится. У всех получится. Просто чтобы там теплее было, у нас болванка плохо обесцвечивается. Поэтому в данном случае мы даем дополнительное тепло. Отлично все. Ну, или сейчас увидите, что получается. Сейчас увидите, мы будем круче всех. У нас своя техника новая. Обращайтесь, если что. Во-первых, так быстрее будет. То есть мы, когда нивелирование делали, ну, очень долго было. Сейчас хоть все-таки, ну, как бы, навыки, быстрее, да? Навыки те же, ну, отрабатываются, тоже будет быстрее. Хочу сказать, что вообще должна быть ювелирная работа. Настолько это кропотливо. Ну, интересно. Так, друзья, ну что, у нас сегодня, наконец-таки, мы дождались, приехала в гости к нам Наталья Матвеева. Это главный преподаватель Академии Долорес по стилистике. Мы узнаем очень много нового, очень много интересного, очень много ценной информации, важной о стиле мужском. То есть это очень важно, потому что, смотря на нашего клиента, мы не только должны определить, что конкретно изделие должно у него на голове, но и должны определить его полный образ, потому что, исходя из этого, нам будет понятна концепция. То есть то, кто он, как он себя видит. На самом деле, мне очень любопытно поприсутствовать на семинаре тоже, я буду это делать, потому что эти знания, они просто бесценны, и они очень важны, особенно в сегменте премиум. Поприветствую Наталью Матвееву. Доброе утро. Супер просто. Кнопочки. Так, кнопочка вот эта. Да, ну, я буду показывать слайды, переключать, поэтому мы немножко погасим вот это освещение. Да. Уже сегодня мы с вами поработаем в технике коллаж. Я Наталья Матвеева. Я тренер и имидж-стилист. Консультант по моде, по фэшн-индустрии, по имиджу, по цвету. Все, что связано с визуальным образом, это моя профессия, моя работа. Я имею авторские программы, ведущий стилист Академии Долорес Москва. У нас задача стоит попробовать себя в роли стилиста, попробовать стилизовать, понять что-то из моды, взять, сделать своими руками, додумать образ весь до цельного образа, включая и одежду, и прическу, и детали, аксессуары, даже цветовую гамму. То есть немножко потренировать свой вкус, потренировать свое видение на стиль, восприятие стиля. Вот так окунемся, чтобы расширить чуть-чуть свои горизонты. Кажется, ну что такое, подстричь волосы и все. Но на самом деле, когда приходит к вам клиент, мы можем одним словом сказать, парикмахер должен быть психологом. На самом деле психология — это же не только эмоциональное восприятие клиента. Психология — это и полное осознание полного образа. Мы можем, когда зашел к нам человек, оценить его и понять психотип этого клиента, даже не только там по разговору с этим клиентом, но и по внешним данным.
Очень важно то, что происходит сейчас, очень важно разбираться вот в этих стилях, потому что это поможет в дальнейшем составить картину того, что нужно подобрать вашему клиенту. Еще прям несколько слов хочется сказать. Сегодня, ну, может быть, это стало модно и принято называть себя стилистами. Все парикмахеры называют себя стилистами. Очень хочется, чтобы люди не только себя так называли, но ими были на самом деле. Мы лучшие. Мы первые. Номер один — это мы. Мы будем знать самое лучшее. Да, стилистика, да, очень интересно. Лично для меня, как для девочки, очень. Вот я помню, когда семинаров не было у нас, ну, особо было все это недоступно, нас спасали журналы Долорес, вот эти маленькие фотографии в конце. Все самое ценное и важное, это было на самых этих мелких фотографиях. Ну, если вообще говорить о моде 20 века, то, конечно, она, мужская мода, не сильно изменилась. Начало 20 века, 10-е годы, сохраняя в себе черты 19 века, но только надо сказать, что, конечно, уже ушли из обихода фраки, появились укороченные просто пиджаки. Раздаем кучу журналов, ножницы, какой-то клей. А что сейчас будет, ребят? Будет сейчас. В чем задача? Безумие. Мы сейчас будем терзать журналы. Терзать, резать, все менять, клеить. Мы будем работать в технике коллаж. Это творческая работа на стилизацию и смешение стилей. Сами будем придумывать, как соединить разное. Это у каждого будет авторский подход, и у каждого будет своя тема. Поэтому не ищем готовое, а сами создаем. Идея в том, чтобы создать свое. Ребятам туда на камеру не будем рассказывать, но, наверное, какое-то техническое задание все равно будет, да, наверное? Да. Ну, вы об этом не узнаете. Вы узнаете об этом только, если приедете на курс. Это стиль, афро – это направление, в котором мы можем показать разницу между разными направлениями денди. Денди а-ля рус. Мы за наших. А? А-ля рус. Русифицированный денди. У нас денди футболист. Да, прическу не хотели бы мне показать прям более крупным планом, крупное лицо? Кто-то из них один в конце получит этот кубок гран-при от компании Hitech, это несколько машинок, это ножницы от компании Santach, кто-то один получит, от компании Вол машинку, фен от компании Figaro, ну, в общем, такие призы. Мы, скажем, каждый их работу, то есть, каким-то образом оцениваем, то есть, за незначимые какие-то движения они получают пятерки, четверки, как в школе, а за что-то значимое, то есть вот именно стрижки, там, укладки, как конкурсная оценка, десятибалльная система. Ребята, сегодня на этой неделе турнирная таблица будет слабенькая, некоторые дни будут у нас без оценки, то есть ребята на этой неделе нас выдохнут, мы их не будем сильно мучить, потому что сейчас... Да просто пусть отдохнут. Я думаю, мы сделаем это с имиджем хэндкрафта. Да. Оценки. Вот там мы это сделаем. Все, есть. Решение пришло. Насколько я понимаю, вот эта тема, она очень важна была не просто для того, чтобы вы это поняли, да, там вот, ну, вот подобрали конкретный стиль, а для того, чтобы информация выше рассказанная теоретически, чтобы она, наверное, усвоилась. Вот реально, когда вы начали это склеивать, лучше стало, то есть я имею в виду восприятие, то есть не просто вот теоретический материал услышали и поняли, а именно в практике, да, конечно. То есть улеглось гораздо лучше, да? Дело в том, что да. Прочувствовывается образ, когда да. Начинаешь это все, ну, компоновать, то образ начинает чувствоваться. Да. Вот это называется, наверное, педагогический подход, когда не просто вот отпулили теоретический материал, да, но и подумали о том, как его заложить в сознание. То есть, ну, у меня вот было как вот,
я думала, если бы я была этим человеком, что бы я сделала? Я не думала про него, я почему-то на себя все перекинула. В моем понимании, в моем сознании фрик, даже если он денди, это какой-то человек, который совсем неординарный, то есть, и, ну, вот, я бы, допустим, изначально как образ, наверное, вот его бы, больше, мозг бы вот этого парня, больше мог отнести к фрику, там, нежели, допустим, вот эту основу, то есть, на которую наложить, то есть, вот, как этот момент? Может быть, тут была идея... Из него поработать, создать, из да, него что-то? Создать, да, привнести что-то, перечесать его, да, перепричесать. В принципе, минимум деталей сделали, в общем-то, как, ну, теперь, чтобы не переборщить и не пестрить. Основные цвета взяли красный, добавили синего. Вот. Плюс сдержанность определенная. То есть, ну, вот даже в России, как они, получается, рассказывают, денди любят, чтобы на них обращать, ну, обратили внимание, но при этом, в общем-то, без какого-либо сильного эпатажа. То есть, ну, допустим, шапка, мне кажется, вообще самое то. Хорошо, что обошлись без матрешек и без балалаек, чтобы это все не упрощать. Вот выбрали дорогую вещь, яйцо Фаберже, но оно во всем мире знаковое, да, узнаваемая вещь. Если надо задуматься, то думайте за меня и поговорите. Если меня попытался тут намудрить, вот. У меня, мне так показалось, больше такая романтичная фигура 80-х. По температуре, по насыщенности. Каждый будет работать только с одним цветом, но получать максимальное количество разных вариантов оттенков из одного единственного цвета. Красно-фиолетовому, синему и так далее. Мы разложим все-все-все, и получится у нас каждый поработал, внес свою лепту в цветовой круг. Сейчас и общим собранием, и вообще, собственно, думая о вас, поменяли немножечко концепт. Мы в двух предыдущих роликах говорили о том, что следующий пункт контракт будет 15 января. Передумали, переиграли, перенесли. И следующий курс, ребята, это прям вот важное объявление для всех, потому что некоторые ребята уже записались, мы с ними согласовали, они сказали, да, хорошо, отлично, супер, даже так будет лучше. Поэтому следующий курс у нас, получается, будет проходить 11 марта, с 11 марта по 29 мая. Это то время, когда в Сочи и тепло, и комфортно, когда мы можем комфортно заниматься, когда вы можете сходить, если вы из Сибири, откуда сходите на море погулять и отдохнуть. И это будет не совсем прям зима-зима, потому что январь-февраль, здесь очень сыро, прохладно так немножечко, это может быть не так комфортно, как лето. Но и подумали с точки зрения именно проживания, расхода, то есть на проживание, потому что летом проживание очень дорого, зимой оно гораздо дешевле, а как раз-таки дни именно март, апрель и май – это тот период времени, когда цены к летнему периоду еще не поднялись. Поэтому, я думаю, это самое будет комфортно для ребят иногородних, потому что сейчас мы смотрим, и, конечно, момент проживания – это такая
большое такое, большая инвестиция, вложение, то есть вот мы подошли с точки зрения именно этого еще. Поэтому следующий курс Craft Master стартует у нас 11 марта и заканчивается 29 мая. Записывайтесь, ребят, времени осталось не так мало, и мест, кстати, уже тоже. На сегодняшний момент 8 мест осталось в группе. 6 мест осталось в группе.